Я хочу спать. Уйди, пожалуйста, с батута. Пожалуйста. Я хотел тебя защищать. Эта ночь прошла. Мы не спали всю ночь. Ребят, сколько сейчас время? Сколько время? Пол шестого утра. Мы не спали всю ночь, играя в разные игры. Остались самые стойкие. Да, самые стойкие. А кто не остался, тех безжалостно разрисовали. Всем, что нашли пастой, фломастерами, углем. Вообще. Вообще всем, всем, короче, чем угодно разрисовали всех просто. Сейчас зайду в одну из палаток. Короче, вы поняли. И все палатки всех ребят, кто не спит, разрисовали. Вот так. Наша жертва. Нет, я, короче, сзади его нарисовал. Спецназовец просто. А вот и второй, кого разукрасили. Доброе утро еще раз. Валер! На этот раз все проснулись и уже ребята, нормально. Быстрее на поле выходим. Прошел завтрак, у нас общее фото. Мы отправляем сейчас первую партию людей, чтобы они уехали. А мы остаемся здесь на еще один день. Вот так. Утро сегодня вообще четкое. Солнце, сегодня будет жарко. Наверное, мы еще даже искупаемся, успеем последний день. Я надеюсь на это. Бам! Фест. Мы возвращаемся в наши общие дела по фесту. Да, Слав? Где в России остался? Что за ерунда? А ты куда хотел? Сан-Диего. Сан-Диего? Может быть, все... Может быть, все... Все, короче, наши друзья из Америки уехали. И мы возвращаемся в наш жаркий день, который пройдет очень хорошо и весело. Поехали. Сейчас будем кататься на тачке нашей, на баге. Погнали! Мар, поехали! Я на них подлетал, у меня и горюк когда-то.
близко. Это было нормально. Прокатились. Нормальная тачка. Это круче, это форсажа. Влетали сейчас в повороты просто. Ну что, все вместе сейчас идем купаться. Такая жара просто сегодня.